30 мая в Донецком национальном техническом университете состоялось специальное гашение новой художественной почтовой марки номер 39. Выпуск почтовой марки приурочен к 95-летию университета, который является одним из самых престижных учебных заведений Донбасса. Основан он был 30 мая 1921 года. За прошедшие годы название и статус вуза менялось несколько раз. Университет переживал разные периоды – взлеты, разруху, период стабильности и сложные моменты выживания, но всегда оставался нацеленным на созидание, выполнял свою миссию подготовки высокопрофессиональных специалистов. Сегодня мы гасим марку, посвященную 95-летию этого, я скажу прямо, лучшего вуза. Почему? Потому что я выпускник этого самого вуза ДОН-НТУ. Итак, 95 лет ДОН-НТУ – это серия марок, это первая марка в серии. Будут еще вузы, но пока мы сохраняем секрет. В честь юбилея старейшего вуза нашего государства Почта Донбасса подготовила и представила художественную марку Донецкий национальный технический университет, а также конверт первого дня эмблема ДОН-НТУ и специальный почтовый штемпель. На марке изображен первый корпус вуза, слева фрагмент флага Донецкой Народной Республики. Номинал марки 14 российских рублей. Глава ДНР Александр Захарченко также поздравил коллектив университета. По его словам, на сегодняшний день Донецкий политех является одним из флагманов системы образования государства и по праву носит название кузницы кадров республики. Сегодня первая марка, посвященная юбилярам сегодняшним, это Донецкому национальному техническому университету. Мы все знаем его как ДПИ, во всем мире знают этот вуз как ДПИ. Сегодня исполняется 95 лет. Следующий через две недели у нас будет выпуск марки в медицинском университете. Итак, мы планируем в этом году выпустить марки, посвященные всем университетам нашим, потому что все наши университеты Донбасса знают во всем мире. Своими выпускниками, своими учеными, своими разработками, инновациями, наукой, технологиями, боже мой, все об этом знают. Казалось бы, почтовая марка – это чистая безделица, значок мизерной оплаты за пересылку бесценной информации. Однако эти милые шедевры почтовой мысли становятся настоящими произведениями искусства и даже невероятной роскошью, когда превращаются в раритеты. Сегодня Почта Донбасса выпустила уже несколько десятков художественных почтовых марок, которые, несомненно, расскажут нашим будущим поколениям о великой истории нашего края. Маргарита Миронюк, Екатерина Боева, специально для Новороссия ТВ.